Пеппа. Это мой маленький братик Джордж. Это моя мама свинья. А это тата свин. Свинка Пеппа. Оладки! Час пить гарбату, и мама свинья подрыхтавала для усіх сюрприз. Сёння день оладок. Оладки, смакота. Я люблю оладки. Усе любяць оладки. Я умею подкидать и переворачивать оладки. Доверьте это мне. Ты уверен, тата свин? У минулый раз ты крыху разбурчался, когда скинул оладку на подлогу? Я не разбурчался. Это все за пательни. Мама, чи можно нам допомогти тебе робить оладки? Так, вы можете допомогти робить тесто. Спочатку я насыпаю в миску муку. Теперь додаю яйка. А теперь молоко. Затем перемешиваю. Мама, чи можно я перемешаю? Да, конечно, Пеппа. Пеппа любит перемешивать. Джордж так само хочет помешать. Нет, Джордж, вот так. Добро, хопить. Вы двое садитесь за стол, покуль я буду печь оладки. Мама свинья переворачивает оладки у поветры. Ура! Ты можешь подкидать их выше, мама. Ты покажешь нам, коли будешь переворачивать свою оладку, тата свин. Первая оладка для Джорджа. Мама свинья наливает крыху сиропу на оладку Джорджа. Смакота. Это оладка для Пеппы. Ура! Ты можешь подкидать оладки вышей. Ты покажешь нам, коли будешь переворачивать свою оладку, тата свин. Сиропу, коли ласка! Смакота. Это оладка для мамы свиньи. Ура! Ты все одно подкидаешь оладки на таниска, мама свинья. Наступная оладка для тебе, тата свин. Ты покажешь усім, як треба робить. Смакота. Усе глядять. Секрет добрых оладок у тим, каб подкидать их высоко у поветра. Один, два, три. Опля! Бедный тата. Может, это было крыху за высоко. Як шкода. Это была апошняя оладка. Повинно быть не вельми складана ее знать. Ой же, тата свин не может достать свою оладку. Не хвалюсь, тата свин. Думаю, я ведаю, як я ее снять. Ходим наверх, дети. Сюды. Что придумала мама свинья? На три мы начинаем усе скакать. Раз, два, три, скачем. Что я не робят? Отрымалася. Теперь у тата свина есть оладка. Татова оладка свалилась ему на голову. Хочешь сиропу на оладку, тата свин? Так, коли ласка. Один, два, три. Опля. Смакота. Милый тата.